Лучшие команды клуба «Веселых и находчивых» выступают в эти минуты в Москве. В районе Марьиной Рощи сегодня вечером открыт дом КВН. Туда приехал президент России. С подробностями в прямом эфире Павел Краснов. Здравствуйте, вам слово. Виталий, здравствуйте. Действительно, в день смеха, день юмора открывается дом КВН. Вот вы можете видеть фасад этого здания, лазерное шоу. Изображение проецируется прямо на фасад. Вот Владимир Путин приехал сюда сразу после своей встречи со студентами и преподавателями Балтийского университета. Приехал вместе с ними на автобусе, приехал, чтобы посмотреть первый концерт вот в открывшемся доме КВН, или как его еще называют, Московском молодежном центре «Планета КВН». Он появился на месте старого кинотеатра Гавана, но кинотеатр был перестроен, изменился до неузнаваемости. Сейчас вот такое яркое здание, которое уже одним своим видом привлекает внимание. Большие буквы КВН у входа объясняют, что за мероприятия тут будут проходить. Кстати, именно Владимир Путин, в свое время еще будучи премьером, поспособствовал тому, чтобы это здание было выделено клубу «Веселых и находчивых». Потом он приезжал сюда, когда шла реконструкция, и вот так даже обещал, что приедет и на открытие. Вот сегодня он это слово сдержал. Приехав, президент прошел в зал, занял место в зале среди зрителей. И, собственно, вот вообще церемония открытия – это такой капустник, на котором 7 команд КВН показывают свои лучшие номера. И добавлю, что, возможно, в конце президент и сам тоже выйдет на сцену, ну, во всяком случае, для того, чтобы поприветствовать игроков и зрителей, вообще всех любителей клуба «Веселых и находчивых». Виталий. Павел Краснов об открытии дома КВН в Москве.